Всегда бухчу с утра. Кто-то забыл карточки. Ага, благодарю. Та-та-та-та. Сейчас рюкзачок положу, мои любимые. И пойдем. Мы поедем. Мы помчимся на оленях утром ранним. Или ранним утром. Утром ранним, наверное. Вот купила салфеточки, видите? Спрайсе Аура. И это не реклама. Не знаю, какую-то посылочку взяла. Подружки. Ну-ка, я откажу. Группу. Ну, просто все так происходит, как и должно. До свидания. Хорошего дня. Ага. И нам тоже. И всем тоже. Ну, какая рубашечка у вас. Красивая. Ай, спадываю шорты. Чтобы это мужу скажу. Какая у вас рубашечка красивая. И у меня так шорты. Туда так, знаете, к этому. На пол. Боже, какое небо. Обалдеть. Вот как это передать? Не знаю. Все, пока я небо рассматривала. Так что или дудочку, или кувшинчик. Пока небо рассматривала, мужик убежал в красивой рубашечке. Даже не стал ждать моих комплиментов. И арбузики, и абрикосочки тут восточные. О, мужчины. Вот любят они ходру продавать, как говорится. Где родился, там и пригодился. Так и не вылазят из своих программ. В основном все в ходре. Ходра — это зелень, там фрукты, еще что-то. Я вспомнила, как бабочка. Бабочка, привет! Я вспомнила, как в Ливане все время ездили там с такими лотками, с круглыми. О, вот он, с красивой рубашечки, дохна у меня. Наверное, все-таки хочет комплимент. Не. Вот, и кричали. Там вот эти хадарши, которые зелень продают. Еще были молочники. Вот как детки вчера видео я вам снимала, кричали. Яблоки, продаем яблоки. Вот так точно в Ливане кричат. Ходра! Прям под окнами так утром рано-рано они насыпают свежую зелень и ходят прям к домам и продают. Или кричат халиб! Халиб! И я как-то, когда что-то там белое или что-то, мне свекор выходил на балкон и говорил: тебе надо ходить по городу молоко продавать с твоим голосом. А я ему говорю: а тебе сидеть в туалете и кричать занято. Он говорит: почему это? Я, говорит, в мечети своим голосом рассказываю людям про Аллаха. Почему-то мое эхо обижалось. Че это? Я хочу, как Филипп Петросович, петь на сценах во всех странах мира. А я должна ходить вот это по городу возле домов и кричать: халиб! Халиб! Все говорят: молоко! Молоко! Но я не могу. Вот сейчас тоже увидела, как меня смотрит такой скептичный или скептический, или как там называется, который вставляет, который вешает ярлыки, который живет в программах положено, культурно, красиво, некрасиво. Ра-та-та. Я представляю, как сейчас вот мне, правда, смешно стало. Ой, какая красотка! С
лесопедом, с кошельком. Боже, пойду с елочкой поздороваюсь. Привет, елочка. Привет, моя красавица. Привет, моя хорошенькая. Боже, какая ты красивая. Боже, боже. Ёлка, ёлка. Или это ель? Ну, не обижайся. Ель, какая разница? Ты просто красотка. Нет, Эмилон, без ярлыков. Просто красотка. Вот здесь, смотрите, как лежит. Так, так. Пёрышки на счастье. Всем, всем, всем. Какие мягусенькие. Красавчики. Тут прям смешалась ель со своими елочками. Ёлочка на счастье, мои любимые. Все. Теперь не говорите мне, что у вас там что-то плохо. Теперь все будут счастливы. Или уже есть. Нет никаких буду. Привет, Пюся! Привет! Короче, со всеми поздоровалась. Как Харита у меня ходит все. Обмечивает. У нее такой ритуал. А у меня ритуал. Сейчас такая песня заиграла в голове. Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю? И слов тоже не знаю. Вот какие-то песни знаю от и до. Они у меня прям так, как будто мне их подгрузили. И есть целая песня. А какие-то только там отголосок мелодии, какие-то пару слов и все. Боже, как хорошо. Отец родной. О, тут все позаливало. От наших дождей. Сейчас так свежо. Такой ветерок. Китютик, привет. Не бойся, не бойся. Неужели я такая страшная? А ты страшная такая. Ты такая страшная и накрашенная страшная и не накрашенная. Кошечка увидела, пока не смотрела нормально, потом увидела и как спала. Вот она, эта тетечка, которая тут все поливает. Доброе утро! Доброе. Как у вас тут красиво? Всегда хожу, смотрю. Все росло. И думаю, и сломо дает, и к мир вашим рукам. Какая красота. Дай Бог вам здоровья. А тут какая красота. Ой. Это не Ирочка, сейчас спрошу. А как вас зовут? А? Как вас зовут? Тамара. Тамара, ой, очень приятно, как Томочка Сирадзе. Я глухая, так. А меня Ира. Очень приятно. И мне очень приятно. Вы такая... Было когда-то красиво. Вы такая красивая. А сейчас, видите? Так вы сейчас красивая. Не могу уже ухаживать. Очень, очень соседка все красиво, вы умничка. У ней свой огород. Ага. Ей тоже не всегда можно. Поэтому у нас так вот. Хорошего дня, вы Томочка. Красиво, всем нравится. Очень красиво. Вы умница, класс. Вот этот еще растет. Чудо. Угу. Растет. Вообще, какое чудо выросло огромное. Сада принесено. Ага. Не знаю, что за цветок. Вот это она все многолетнее насадила, так оно растет. Угу.
А я уже не могу. Вот такой сотворец. А вы говорите, могу. Вспомнила это видео, как я смотрела. Хорошего дня, Тамарочка. Спасибо. До свидания. Спасибо. Поклон вам за ваш труд, за вашу любовь. Вспомнила видео, как я приехала с рейса, когда проводницей работала. А у меня жил вольерка, я вам рассказывала, моя первая любовь. Я захожу, а он смотрит какой-то фильм, не знаю, такой какой-то попсовый, легкий. И там девушка какая-то говорит: не могу. Он ей так пачку бабок дает, а она такая: могу, могу. И у меня это то, что тринг, как программа осталась в башке. Я теперь всегда так. Мне Юлька сейчас говорит: эй, забери в Озоне. Посылка пришла какой-то там моей родственнице. Я говорю: не могу. Она говорит: да, могу, могу. И мы поражали. Так что такие какие-то поговорочки или что-то всегда, как, знаете, как этот самый, остаются где-то в семье, там в чем. И у любой семьи есть какие-то свои прибаутки, поговорки, не знаю, песенки, чечеточки. Так же, как у многих родинки. Ой, какая красота! Боже, боже! У меня, например, есть родиночка на шее, вот тут, прям так по центру. Точно как у моей мамы. Вот один в один, один в один. И мамочка говорила, что у деда Феди. Меня в детстве называли все: о, дед Федя. Я всегда так хмурая ходила. Ауди белая. Хорошая примета. Вот. И на меня все говорили: дед Федя. Но я родилась, когда дедушки уже не было. Может, я и есть дедушка. Вот так перелетела в это тело. Не знаю, не помню. Вот. И мама говорила, что у деда тоже точно так же родинка. Как, знаете, по... как там идет... Есть, какой ветерок. Все, я пришла. Всем божественного дня, мои любимые. Воскресного, прекрасного, солнечного. Не забывайте, мои хорошие, вы сотворцы. Вы творцы своей реальности. Люблю вас. Спасибо. Что есть?